Всем привет, друзья, из Миннеаполиса. Сегодня мы хотим немножко прокатиться по этому городу и посмотреть на те улицы, где происходили вот эти вот протесты, вот эти вот беспорядки. Мы точно не знаем, где убили Джорджа Флойда, на какой улице. Ну, покатаемся, посмотрим. То есть там все горело, все рушили, обворовывали магазины. Сейчас попробуем подъехать к одному из магазинов, который называется Cup Food, который обворовали полностью, разбомбили, разгромили. Да, вот там два самолета идут на посадку одновременно, посмотрите. Мы недалеко от аэропорта города Миннеаполис. Да, и немножко покатаемся по улицам. На момент этих всех событий я находился в Германии. Лариса же находилась здесь. Видишь? Вот там. That a camera? Yes. For hey, YouTube. Listen, you have the veteran. Thank you. Okay, God thank bless you. Thank you. You're welcome. Well, I can't quite see it. Tell me about it. I feel sorry for you. Checking my phone for a notification. They've been looking so happy, like everyone be on the road to vacation. But I know they look for acceptance with every post they've been faking. And they gon' be mad when I say this, yeah. But now the only reason anybody's on the internet is so they can make each other jealous, not for the hell of it. And ain't nobody clicking on the like without a benefit. You fake insomnia about a fake another sedative. Like goddamn, wonder who I can trust. Fake shit on Snapchat, just abusing the love. I wonder who my real friends be, if deep inside they feel empty. So I grab another MD, look at my phone, I'm checking stories from the best week. Wonder if I threw it on the ground, then I'd be set free. Hands behind my back, I hope the internet arrests me. But it's looking at me like I'm never doing nothing right. Like I've been at this 5 years, you would think that I make something tight. But I'll save it for another night. Low burnt out jogger, might as well go in the fucking light. Yeah. It's everything I love is already run out. I've been breathing. Shadowing my demise, don't you act so surprised. Oh yeah, look at me, you might go blind. Future too bright, I pretend I don't mind. Let me find another catfish. Everybody trying to tell me they knew I was that kid. I wasn't a bad kid, but they always kept tabs on me. Не получим, не бойся. Просто пойдем посмотрим. Улица перекрыта. Нам сказали, вообще нельзя вылазить там. Но там, оказывается, ездить нельзя. Там очень много народу. Сейчас пройдем, посмотримся. Да, вот там парень стоит, футболки продает. Будешь брать футболку? Я спрашиваю, сколько стоит. Сейчас спрошу. Да, в общем, я решил купить маску, она предлагала футболку, но футболка прям реально вот качество. Я понимаю, что это как бы... Это прикольно. На движение на их там, я не Один. Знаю. Сейчас Один. Она... 10 баксов. Thank you so much. Thank you so much. Одень ее. Давай. Давай, Лариса сейчас ее оденет. Да, и потом пройдем туда в улицу, ребят. На красный, все. Запись пошла. Ну все. Let's go. Все, Лариса теперь у меня за оператора. Мы купили масочку. 10 баксов стоит маска. Дай пройти. Жаль. Посмотрим здесь. Видать, какие-то движения. Я имею в виду в плане... Ну, в плане движения сообщества какие-то, организации. Вот в этом плане я не вижу. Сейчас немножко на Инстаграм засниму. Всем привет, друзья! Сегодня мы находимся на той улице. Ну, вы понимаете, на какой улице, да? Все, что связано с Джордж Флойдом. Смотрите, я даже масочку прикупил за 10 баксов.
Да, и вот здесь вот санитайзеры, говорит, смотри, стоят. Да, и вот куча-куча цветов. Сейчас мы это все дело вам покажем. Вот, смотрите, сюда, вот фотографии. Лариса, ты сняла фотографию на столбе? Нет. I can breathe. Я хочу фото сделать в этот. Смотри, здесь флаг какой-то. Да, вот этот перекресточек, я помню. Right here. Да, народу, да, сколько посещает все равно. Давай посмотрим, что на дороге. Да, ребят, немножко, видите, снимаю еще параллельно в Инстаграм. Посмотрите, вся дорога исписана. Лариса пошла тоже пару фотографий сделать. Да, это тут целое такое нашествие. Джордж Флойд Сквер, написано там. No. Oh, my sister's.
Алиса, сфотай меня здесь. Так, сейчас здесь будет что-то играть, какая-то музыка. Что-то будут петь. Да, ну я не думаю, что мы настолько задержимся, да, потому что мы завтра собираемся уезжать в другой штат. Перед нами 10 часов дороги будет. Поэтому мы просто сегодня так заехали посмотреть. Да, в общем, ребят, вот так вот здесь все выглядит. Дороги абсолютно перекрыты. То есть все со всех четырех сторон. Все закрыто. И в принципе все. Я думаю, здесь никаких комментариев с моей стороны вообще не нужно было делать, чего я и не сделал. Ну и на этом все, ребята. Я думаю, это было интересно все равно посмотреть на это место. Что же здесь сейчас? Вот такие баррикады стоят, видите. Всем спасибо за внимание. Из Миннеаполиса. Вот я вам говорю, всегда рассказываю, как в Миннесоте газоны подстрижены. Смотрите, вот здесь это совсем не к месту было бы сказано. Здесь выглядит все совсем по-другому. Каждый крепит.